Всем привет, сегодня в Монахини Broken Mask поиграем с временным дополнением, но также будем перемещать во все мои места монахиню. Давайте стартовать. Это у нас будет некий эксперимент. Заодно покажу сегодня локацию достижения. Дошел-таки я до фабрики мороженщика. Туда же поместим и монашку. Давайте прямо на открытый дворик телепортнемся, смотрите. Как вам такая анимация? И все, мы здесь. Также можем монашку поместить на открытый дворик. Хоп, она здесь же молится, прикол. Можем сегодня посмотреть на монахиню во всех местах. И при этом, чтобы она молилась. Ну вот, сфоткали. Такого кадра быть в принципе не могло. Она не может взять и начать молиться. Представляете себе, я все-таки добрался до фабрики мороженщика. Это было тяжело, но я смог. Залезал по горам. Миллионы раз просто разбивался. И добрался. Ну-ка, возвращайся обратно. Так, перемещаемся на следующее место. Также перемещаем монахиню. Она пока что меня не видит. Йоу. Я хочу вот сюда. И чтобы ты тоже сюда шла. Переместил. Ты почему меня не видишь здесь? Ты заходишь слишком далеко, видите? Разработчики предвидели момент, что игру будут изучать дальше, чем это положено. Что написано? Польска. Польское что-то. Йоу. А если поймает? Не ловит. Даже если нарваться. Давайте обойдем это место и посмотрим на монашку со стороны. Также можем напугать Филиппу. Она спать ложится. Получается, Мэдлин находится прямо за воротами. И будет вечно ждать. Как будто ее, смотрите, не пускают в школу. Она провинилась. И вот монашка. Иди ко мне. Поймала через ворота. Ну-ка, фоткать. Тоже можно было. Сиди в комнате, миллион раз напиши, я буду хорошо себя вести. Это не так уж и сложно. День номер два. Перемещаемся сейчас к фабрике мороженщика. Вот мы у фабрики мороженщика. Как вам такой прикол? Можно переместить монашку сюда. Она молится у мороженщика. Он, кстати, неплотный. Мы можем сквозь него ходить. И внутри мороженщика растут деревья. Так, это у нас лестница наверх. К нему вообще почти что невозможно подобраться. Он со всех сторон окружен отвесными скалами. Вот и сам он. Давайте прям взлетим к нему. Можем долго лететь, прикол, нет. И вернулись. Ах ты. Звук такой был, что у нас мы прям тяпнули. Монашка, привет. Давайте залезем наверх. Да, вот то самое интересное место. Я его фоткал в Steam. Назвал Backrooms в монахине Broken Mask. И внизу находится монахиня. Что если прыгнуть на нее? Пробуем. Йоу, перелет. Так, я разбился прямо об монахиню. Смотрите, нахожусь прямо под платьем. Сегодня посещаем все редкие места игры монахини Broken Mask. Смотрите, можем переместиться сюда, и монашка также здесь будет молиться. Во второе место монашка также будет молиться. Просто кинул ее, видели? Кстати, если на себя бросить. Она прозрачная? Нет, не прозрачная. Сейчас меня грохнет. Филиппа уехала. Хорошо, перемещаемся на открытый дворик пока что. А теперь следующее место. Что? Йоу, сразу поймала. Представляете себе, можно погибнуть в будке мальчика с синими руками. Убегать бесполезно, я снова и снова буду тебя ловить. Давайте возьмем Грааль ради прикола. И к ней в будку. Вот это кадры. Тут есть и Грааль, и Уильям, и монахиня. Во-во-во. Вот, смотрите. Супер кадры. Кстати, Уильям нас видит. Очень странный кадр. Сегодня перемещаем ее во все места. Ну-ка дальше.
Можем и сюда переместить. Все, прилетело. Так, кстати, я Грааль забыл взять. Забираем его и возвращаемся к монашке. На. Филиппа, это ты? Ну-ка. Возвращай монахиню. Монашка, прилетай к нам. Смотрите, ходит в сцене. У нас, кстати, загорелась совершенно другая картина. Что же это за везение такое? Ключ от тира. А задание называется ритуал, представляете себе? Вот. Читать нельзя. Вот и монахиня в бункере. Ха! Вот, кстати, неплохой кадр. Можно здесь ее и сфоткать для превьюшки. Смотрите, прям целеустремленный взгляд. Монахиня находится рядом с Граалем. Для суперкадров можем сделать сложность легко. Все, и теперь постоянно будет на меня смотреть в этом режиме. Вот так. Так, подождите, они как будто улыбку изменили. Она стала какая-то страшная. Не такая же она была. Ну, смотрите, не было же такой улыбки страшной. Она как будто бы смеется, но от этого не весело. Меня монахиня поймать не может. В бункере, ничего себе. Здесь нет зоны атаки. Вот как, это мы сами узнали. Кстати, я спускаюсь вниз. За кусочками маски. Монашка сама сюда спустится, скорее всего. И это, кстати, телепорт. Смотрите, заходим, и мы в бункере оказываемся. Кусочек маски ставим. Бам. Так, а фоторежим работает? Ничего себе, все заглючило. Монашку возвращаем. Мы видим Грааль, и он улетел, кстати, в школу. А вдруг его там можно будет найти? Давайте попробуем. Так, все, монахиня, забывай меня. Представляете себе, если Грааль где-то здесь. Где-то может быть. Нам же показали анимацию, что он улетает. Куда его вообще разработчики решили поместить? И он, скорее всего, должен шуметь, как медведь. В актовом зале Грааля не вижу. В актовом зале нет Грааля. Класс почты. Отсюда рассылаются письма по всем городам, чтобы привлечь новых орлят. Да, хорошо. Грааля нигде нет. Перемещаемся в следующее место. Кстати, я сюда монахиню не помещал. Давайте это сделаем. Монахиня, привет. У нас сегодня монашка позирует во всех местах, куда мы сами можем прилететь. Смотрите, какое я интересное место нашел. Здесь даже можно походить, можем спуститься к двери без текстур и ее открыть. И даже прыгнуть. Не разбиваться. Это случайно не курятник? Смотрите, мы можем здесь как будто потом выходить и направляться в сад. Я под лестницей оказался, странно. Следующее место. И мы находимся внизу печной трубы. Я даже сегодня попробую провести эксперимент, брошу шкатулку и посмотрим, увидим ли мы ее падение. Снова к мороженщику, это эксклюзив. Мы настолько близко, что его даже не рассмотреть. А здесь-то мы, конечно, падаем, смотрите. Йоу, не разбиваемся. Можно залезть на саму крышу. И это здание плотное, можем по нему уходить. Это фабрика мороженщика. Также можем быть над крышей. Как будто зубами прям пересчитываем. Ну-ка, это место плотное? Йоу, разбиваемся. Монахи не помещаем. Все, она здесь. Кстати, ходить может. Куда ты пошла? Она сама-то не разбилась. Что? Она пошла, смотрите, вниз. Наблюдаем. А давайте прогоним. Она там падает. Йоу. Где она? Высматриваем ее. Все, давайте за ней сходим. Что? Монашка пошла вниз? Йоу, вон она идет. Йоу. Выжил. Чудом. По этим горам ползает спокойненько. Йоу. Сейчас проверим, может ли она атаковать на этом доме. Перелетаем красивенько с анимацией.
Машка сейчас молиться будет для начала. И теперь мы с вами делаем режим легко. Иди ко мне. Она, видите, пока что просто встала, но все равно читает заклинание. Задумавшаяся монахиня. Толкаем ее со спины. Кстати, эти стекла отражают свет. Подходим еще ближе. Йо! Что ты делаешь здесь со мной? Так иди ко мне, ты же умеешь ходить здесь. Ну-ка, улетай вниз. Я ее телепортнул к ногам мороженчика. Что она вверх смотрит? Вот это кадры. Подлетели по максимуму. И сейчас еще подлетим с помощью увеличения. Кстати, вот для чего у нас вращение камеры, это смотрите. Каталог съемки, так называемый. Фоткаем. И давайте сейчас попробуем нарваться на монахиню. Перелетел. Ах ты, перелет. Почему не бьешь-то? Я думал, в воздухе ударит. Ее, конечно, сейчас отсюда телепортируют. Монахиня, получается, молится. Бам, бросили ее сюда. Давайте перемещаться в следующие места. Мы находимся с вами за пределами школы. Перемещаем монашку к нам. Здесь можешь ходить? Йоу. Обратно. То есть у нас сложность нормал сейчас. Смотрите, монахиня ходит по своей собственной дороге. Так, кстати, мы здесь встаем. Ну-ка. Перешли. Монашка, привет. Кстати, супер кадры, да ведь? Смотрите-ка. На фоне гор. Целеустремленный взгляд. Нам сейчас засчитают прохождение или нет? Монашка, иди ко мне. Не заметила. И сейчас попробуем пройти игру тогда. Да куда ты пошла-то? Что, я иду по грязи? Звуки грязи. Смотрите, я пройти не могу. Здесь как будто должна быть конечная сцена. Йоу, меня развернуло. Вернул монахиню. Будет ли еще одна монахиня? Ах ты, нет. Больше не телепортируют монахиню. Но я игру прошел таки. Пересек какой-то барьер. Монахиня уже молится в другом месте. И мы сейчас тоже туда переместимся. Йоу. Это просто редкость, нереальная. Представь себе. Разработчики еще там что-то не поправили. Так и ладно, на. Монахиня молится на фоне школы. Перемещаемся. Это мы в другом месте. Сюда монахиню нет смысла помещать. Я смотрел, что будет, если мы зайдем за эти свечения. Очень яркие, ничего себе. Здесь у нас находится ключ от калитки. И плотные камни. Все обошли. Следующее место. Мы сами на горе. Кстати, где сам мороженчик? Над нами? Пока что не вижу. Смотрим следующее место. И мы сами находимся с противоположной стороны от фабрики мороженчика. Она там. Прямо напротив. Здесь летают птицы, похожие на голубей. Теперь прилетели к озеру. Вот сюда интересно монахиню поместить. Прям супер будет. Монахиню перемещаем. Она не может стоять на воде почему-то. Ну, кстати, можно поймать кадр, смотрите. Монахиня в воде. Супер. Да даже так. Такой кадр сложно получить. Кстати, она, получается, падает под землю. А если мы нырнем и посмотрим, куда она валится? Монашку сбросил тоже. Так, ты падаешь? Я вниз. Догоняй монахиню. Где ты? А, она просто здесь стоит, понятно. Странно. Она стоит здесь. Давайте ее тогда на землю переместим, вот сюда. И монахиня нас ждет у дома. Попадаемся, как будто бы. Монахиня пришла домой, но почему она здесь проваливается? Йоу! Почему? Она, видите, за мной хочет идти. Ничего себе, красное свечение. Фоткаем в Steam такое.
Просто пересвет. Да, если мы будем уходить, монахиня может за нами прийти. Она у дома пока что. И может телепортироваться, если захочет. Пока что не хочет. Хорошо, давайте тогда сейчас сходим за метлой. Все, она где-то здесь. Кстати, можно ее сюда и переместить. Будет привычней. Сейчас мы с вами сбросим шкатулку в трубу и посмотрим, как она появляется в самом низу. Метла есть. Лом выпрыгивает. Не боимся шуметь, потому что мы играем на призраке. И вообще у нас сегодня полная защита от монахини. Заброс. Печенье. Так, все хорошо, на улицу. Так будет ближе. И потом переместимся прямо к нижней части трубы. Я, конечно, думаю, что мы не успеем посмотреть на анимацию. Кстати, здесь в крыше просто дыра. Бросаем. И перемещаемся. Уже расколото. А только сейчас звук был. Смотрите, кажется, коробка открылась. Вот это да. Обдурили нас немножечко. Монахиня, ты где? Может, сюда ее? Сфоткали. А если еще раз, кстати? Вот. Она торчит прямо из кабины воздушного шара. Кстати, здесь какие-то насечки изображены. Ничего себе, под звуки молнии. Хорошо. Что мы сегодня еще не видели? Какие планы были? Давайте Грааль принесем в конечную сцену. Это у нас будет трофейным инструментом. Кстати, мне ключ-то даже не нужен. Я ж могу также все обойти. Да, возвращаемся к Граалю, ищем его. Он сразу же найден. Кидаем его в конечную сцену. Йоу! Это всегда страшно. У нас сейчас будет получаться прохождение на нормале. В таком случае. И забрасываем. Мы же где-то здесь бежим. Таки раз кинули. Он, кстати, полностью переворачивается. Йоу! Это какая-то жесть! Добаловался! Она меня в конечной сцене убила. Веди себя хорошо, иначе Господь тебя снова накажет, дитя. Это было страшно. Такого ты вообще не ожидаешь, она даже не предупреждала. Тогда летим с анимацией, красивенько. Все, я уже здесь. Граль-то меня явно ждет. Да, точно, он там внизу. Нам нужно просто переключить режим. Она сейчас меня не найдет. Видите, она переключает сложность через крышу. Желтые квадратики. Скорее всего, светоотражающие. Есть, получилось, все. А теперь давайте проходить игру. Мы, скорее всего, сегодня все посмотрели. И даже не нашумим, смотрите, звук грязи. Так, если обойти сцену подальше. Да, можно обойти, ура. Сюда, получается, приезжает машина. Для погрузки. И проходим. Все. Грааль стоит, нас ждет. Ура. Монашка пока. За закрытой дверью стоит. Вот Грааль слева. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня поперемещали монахиню во все секретные места. С вами был Топси. Всем пока.